MSG Production Multi-Solution Gate. Перед вами первая в мире полностью автоматическая система для очистки и противообледенительной обработки самолетов. Разработка норвежской компании MCG Production предлагает бесщеточный способ очистки поверхностей, используя для работы высокоточные форсунки. Они подают воду под огромным давлением, эффективно удаляя с поверхности любые загрязнения. В зависимости от типа самолета время чистки изменяется, однако в среднем процесс занимает около 20 минут. Воздействие воды достаточно деликатное, чтобы не изнашивать краску, которой покрыт корпус. Благодаря этому такой тип мойки позволяет увеличивать промежутки между внешним ремонтом летательного аппарата. Видео демонстрирует работу машины RS-500, однако она не единственная в модельном ряду. К примеру, RS-400 справляется только с мойкой и инспекцией, а RS-400S имеет встроенную функцию для безопасного и быстрого удаления песка как с поверхности, так и из двигателей. Filiga Mobile Cleaning System. Благодаря следующему оборудованию из нашего списка, поддержание чистоты и гигиены зон для сбора мусора оказывается не такой уж и сложной задачей. Система установлена на грузовик, что делает ее мобильной. Она состоит из специального подъемника, отделения для очистки, также предоставляет доступ к ручным инструментам. Непосредственно процесс не отличается сложностью. Контейнер поднимается, а затем опускается в кузов, параллельно обрабатываясь вращающимися щетками. Форсунка внутри распыляет воду под высоким давлением, удаляя даже стойкие загрязнения. Вся грязная вода собирается в специальный бак вместимостью 2500 литров. Пока работают щетки, в распоряжении оператора находится ручная трубка для всасывания, а также подачи воды и пены. Они помогают очистить труднодоступные места и несъемные части. Мобильная система швейцарской компании Filiga пригодна для очистки как обычных контейнеров, так и подземных. System 001. А вот оборудование, которое берет на себя, пожалуй, одну из самых сложных задач на планете – очистку океанских вод. Причем это первая подобная система в мире, которая все еще частично находится в стадии разработки. Устройство представляет собой 600-метровую U-образную ловушку, которая плавает на поверхности воды. Благодаря специальным якорям она движется медленнее, чем мусор, из-за чего постепенно пластик скапливается в ловушке. Раз в 2 месяца System 001 обслуживается судном, мусор вынимается и доставляется на берег для дальнейшей переработки. Согласно плану, каждый год проект будет вылавливать из Тихого океана 15 тысяч тонн пластика. Шуйфу Brushless Plus 360. Автоматизированными постепенно становятся даже автомобильные мойки, и система Brushless Plus от китайской компании Шуйфу является лишним тому подтверждением. Бокс для очистки не нуждается в обслуживании рабочими. Программа мойки задается и оплачивается через терминал, расположенный поблизости. Приступая к работе, роботизированная система справляется с полным циклом по обработке поверхности. Она моет шасси, наносит моющий раствор, смывает его водой под высоким давлением, затем покрывает автомобиль активной пеной. Наконец, в самом конце выполняется нанесение воска и сушка. Ну и самое поразительное, в зависимости от выбранного режима, на один автомобиль тратится от 2 до 7 минут. А это значит, что пропускная способность в час может достигать 30 машин. Gia Free Stall Cleaner. Чтобы экономить на уборке загонов, но в то же время поддерживать здоровье скота на самом высоком уровне, рекомендуется оборудовать загоны вот такими очистительными системами. Производителем конкретно этой является немецкая компания Gia. Оборудование выполняет очистку в 2 этапа. Первый длится непрерывно. Жидкие отходы стекают в желоб, так как пол загона выполнен под уклоном. Второй этап представляет собой работу скребка, который соскабливает и двигает накопившиеся твердые отходы. Обратите внимание, животные во время чистки из загона не выводятся. Все потому, что скребок двигается крайне медленно, так что коровы могут его просто переступить. Такая система экономично расходует электричество, сохраняет время и силы персонала.
Ultra Class Hall Track Wash System. Следующее оборудование из нашего списка предназначено для очистки крупной техники специального назначения. Методика мойки под высоким давлением безопасна и не повреждает краску. Подходит для широкого ряда машин, от самосвалов и мусоровозов до школьных автобусов. По своему устройству конструкция чем-то напоминает обычную мойку, только значительно превышает ее размерами. Главное моющее оборудование здесь – это рамы с многочисленными форсунками, позволяющие подавать воду с трех разных сторон. Дополнительная система может быть оборудована вращающимися щетками. Защитные экраны по бокам предотвращают излишнее разбрызгивание воды. Хайклина Red Evo 2. Деликатное, быстрое и эффективное очищение окон, а также фасадов зданий обеспечивает система Red Evo 2 от немецкой компании Хайклина. Она может быть прикреплена к стандартной люльке для обслуживания фасадов, либо к специальной гондоле. После установки щетки и подсоединения шланга с водой, оборудование сразу же готово к эксплуатации. Система двигается автономно, планомерно очищая весь фасад. Вода подается под давлением от 120 до 160 бар. Расход воды также регулируется от 9 до 12 литров в минуту. Производительность Red Evo 2 впечатляет, ведь составляет примерно 18 квадратных метров в минуту. Istobal HW Intra Wash. Если же нужно очистить фургон изнутри, прибегают уже к совсем другому оборудованию. Вот такую интересную систему создала испанская компания Istobal. Модуль, снабженный форсунками, движется горизонтально, поэтому легко размещается внутри кузова. Вода, как и моющие средства, разбрызгиваются во все стороны. Так обеспечивается не только очистка, но и дезинфекция. Примечательно, что такой способ мойки занимает на 60% меньше времени, если сравнивать его с традиционным ручным. А кроме того, позволяет более точно и экономично расходовать моющие средства. Boson Solar Cleaning Robot. Максимально эффективная работа солнечных панелей сопряжена с регулярным трудоемким обслуживанием. Однако компания Boson придумала, как вывести солнечные фермы на новый уровень, подарив миру специального автоматизированного мойщика. Робот фиксируется на поверхности, после чего двигается в сторону, легко преодолевая препятствия в виде стыков и углов. Ширина устройства регулируется таким образом, чтобы полностью покрывать за проход одну линию из батарей. Примечательно, что технология уже показала свою высокую эффективность. Так, использование мойщика на солнечной ферме в китайской провинции Чэцзян позволило увеличить ее производительность на 35% всего за 4 месяца. Istobal HW Progress. Последнее оборудование из нашего списка – очередной продукт от упомянутой уже сегодня компании Istobal. На этот раз перед вами грузовая автомойка портального типа, которая справляется с очисткой даже крупных машин в среднем за 8-15 минут. Внутри бокса транспорт остается неподвижным, пока рама двигается по рельсам вдоль его корпуса. Оборудование использует три вида моющих средств и похвастается аж 15 программами. Она пригодна для мойки грузовиков, автобусов, коммерческого транспорта. Из преимуществ можно выделить также минимальное количество персонала, необходимого для обслуживания, пропускная способность мойки до 100 машин за одну рабочую смену. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!